Для работы с печью необходимо ее установить на специальный столик, отрегулировать по высоте положение горелки, зафиксировать болтами. Открыть два отверстия эжектора на впуске газа горелки, сдвинуть резиновое кольцо в сторону. При закрытом газе зажечь кусок бумаги либо деревянные лучины и поместить в камеру печи, постепенно открывая сначала вентиль с газом, затем со сжатым воздухом, произвести поджиг горелки, отрегулировать пламя факела. Должно быть ярко-синего цвета. После установления стабильного пламени факела и прогрева горелки закрыть оба отверстия эжектора на впуске газа и скорректировать пламя путем регулировки газа либо сжатого воздуха. Поместить в камеру печи концы заготовок на 3-4 минуты до необходимой температуры, до желтого или ярко-оранжевого цвета. После работы необходимо закрыть подачу газа пропана и сжатого воздуха. Соблюдайте правила безопасности пользования газовых бытовых устройств. При необходимости перед началом работы можно установить вставку между подвижным столом и стенкой пресса для уменьшения расстояния между матрицами.